Итак, сегодняшний финальный концерт, как я говорил, это завершение целого года работы фестиваля «Звездный дождь». А сейчас я представлю вам членов нашего жюри. Обладатель приза «Овация лучший композитор» Игорь Николаев. Заслуженный деятель искусств России, композитор Игорь Крутой. Народный артист России, певец Лев Лещенко. Директор студии музыкально-развлекательного вещания российского телевидения Татьяна Николаева. Народная артистка России, певица Екатерина Шаврина. Композитор Виталий Окороков. Певец и композитор Александр Барыкин. Продюсер, художественный руководитель группы «На-на» Барри Алибасов. Автор, ведущий и художественный руководитель программы «Утренняя звезда» Юрий Николаев. Председатель жюри, заслуженный деятель искусств России, композитор и исполнитель Вячеслав Добрынин. Также вместе с Леонидом Агановичем разделил второе место и вторую премию Александр Волощук. Встречаем. Александр Волощук. Больше известный под именем Саша Волощук. Больше известный по имени Саша Волощук, так правильно, да. А фамилия у тебя больше никакой, нет, другой такой. На «и» вы имеете в виду? И призы финалисту, занявшему второе место в финале, в московском финале. Вручает Ирина Мирошниченко. Памятные призы от Кольчугинского завода по переработке цветных металлов и ушно-меховой фирмы «Эско». Немножко так все это сумбурно происходит, потому что никто же не знал, что будут призы, никто не знал, что кто-то победит вообще. Поэтому, понимаете, ваши аплодисменты, спасибо. Итак, Александр Волощук.